В августе текущего года работавшие в 2015 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2015 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Для того, чтобы заработать 3 пенсионных балла в год, необходимо получать зарплату порядка 20 тысяч рублей и выше. Если доход пенсионера ниже 20 тысяч рублей в месяц, то прибавка будет, соответственно, меньше. Максимальное увеличение составит у нас 3 балла. В денежном выражении это будет равно 222 рублям 81 копейке. Данное увеличение у нас получат пенсионеры, которые работали в 2015 году, но по данным работодателя на май месяц они считаются неработающими. А те, которые продолжают свою трудовую деятельность, у них размер повышение будет равен, максимальный размер повышения будет равен 214 рублям 23 копейкам.